Просто и без очередей в Алтайском крае можно без труда подать заявление на поступление ребенка в первый класс. Сделать это можно, не выходя из дома, нужен только доступ в интернет. 31 тысяча детей в этом году впервые сядет за школьные парты. Прием заявлений на поступление в учебные заведения стартовал накануне. В школу оформляют детей, достигших 6,5 лет, и тех, кто не старше 8 лет. Для детей, которые проживают не по месту регистрации, прием заявлений пройдет с 1 июля по 5 сентября. В этом году во всех школах немецкого, национального, бийского районов, а также в барнаульских гимназиях номер 74 и 79 комплектование первых классов идет с помощью информационной системы Е-услуги образования. Опция «Регистрация в первый класс». Там можно самостоятельно зарегистрировать заявление о постановке ребенка на учет для устройства в образовательное учреждение, получить информацию о зарегистрированном заявлении, ознакомиться с категориями граждан, имеющих право на льготное зачисление. Пробное использование сервиса было успешным. Его провели в 2016 году в трех школах Алтайского края. Можно также использовать портал госуслуг. Плюсов в этом несколько. Для родителей удобство подачи заявлений, для образовательных организаций сокращение документооборота. Согласно планам, к 2018 году на автоматизированную систему перейдут все школы края. По всем вопросам об использовании сервиса можно проконсультироваться в Минобразование региона по телефону 82 код города 38 52 29 86 21.